А вы меня бесплатно-то не выпустите, да? А почему я вас должна выпускать? А сколько стоит проезд? 20 рублей. А за что берете? Частная территория завода. Пожалуй, это единственная платная дорога общего пользования в регионе, о которой известно. Она находится в Дзержинской промзоне, параллельно Автозаводскому шоссе. Разовый проезд для легковых автомобилей, согласно прайсу, 20 рублей. Для грузового тариф от 30 до 50. Въезд для грузовиков от 8 тонн – 100 рублей. Подобная ситуация в очередной раз возмутила нижегородцев. Однако люди, работающие на этом шлагбауме, заявляют, что все законно. Это частная территория. Оповещающие таблички есть, что деньги, что дорога платная? Территория. Ну что, дорога платная. Там въезд по пропускам написан. Как вы считаете, это правильно, вот то, что сейчас сделали шлагбаум, денежки собирают? Мне трудно комментировать. Я не знаю, кто является хозяином этой дороги. Справедливости ради стоит отметить, что эта дорога отмечена на картах как платная. Вдоль железной дороги есть дублер. Мы созвонились с собственниками дороги. Ответ все согласны букве закона. Территория является частной собственностью завода «Корунд». И решением суда, документы все есть на шлагбауме, решением суда разрешено сделать дорогу платной. Представитель предприятия добавляет, что дорога стала платной 7 лет назад. На территории завода много частников и арендаторов помещений. А деньги, которые взимаются за проезд, идут на ремонт участка на частной территории. Олег Лавров, «Время новостей».